Сьогодні починається перший день відвідування виставки Понті-шоу, тому не будемо гаяти час і підемо. Продовжимо далі своє знаходження на Понті-шоу зі стенду NESH. Царство NESH, побачите, дуже великий стенд, дуже багато цікавих позицій. Привіт, мене звати Тарас, приємно познайомитися. Ми представляємо український телеканал «Трофей». Могли б ви розказати немного о ваших позиціях для 2019 року на виставці? Хорошо. Я рад видеть вас здесь, и спасибо, что пришли. Я надеюсь, вам нравится шоу. Как вы знаете, это крупнейшее мероприятие для нас, сообщества рыбаков. Да, у нас много новых продуктов 2019 года с различными вариациями. Как вы можете видеть, здесь большой столик с блоком хранения. Именно этот имеет два отделения. Очень компактные, здесь можно распланировать пространство и заботиться обо всех вещах, что у вас есть. У нас есть два размера этих столов. Меньше и больше. Наверху стола стоят стойки для удилищ, а также новые воздушные брелки, которые пригодятся для снастей с различных компонентов во время работы. Careful, safe in all of your rigs and all components of your rigs while you're doing your job. Это наш рюкзак, разработанный нами оригинальный дизайн. У нас есть несколько моделей. Здесь вы найдете различные секции, поэтому вы можете с легкостью разместить здесь множество вещей внутри. Здесь вы можете распланировать расположение вещей по отделениям. А здесь главное отделение для замороженных бойлов. Точно не могу сказать, но достаточно для того, чтобы поместить все, что вам нужно. Далее следующая секция внутри также открывается. То есть, если вам нужно что-то отсюда, то вам не надо открывать рюкзак. Достаточно открыть внешнюю секцию, которая тоже содержит столик. Так это достаточно уникальный, комфортный и очень-очень умный рюкзак, я могу показать сейчас. Также здесь есть защитные вставки и защитный чехол. И после окончания вашей работы, перед тем, как идти домой, вы открываете здесь, и здесь очень мягкая и комфортная спинка. Да неважно, для длинных или коротких походов. Если вам это не нужно, вы можете скрутить это таким вот образом и зафиксировать. У нас есть две модели, которые будут доступны в январе следующего года. Также вы можете здесь хранить стойки для удилищ. Удилище размещается здесь, и вы можете приступать к работе. А вот это другая сумка. Это транспортер для удочек. Здесь такая же система. Здесь есть три раздельные секции, чтобы держать все, что вы хотите. Коробки со снастями, еду или что-либо другое.
Здесь внутри место для удилищ. А это место для катушек. Они здесь будут в безопасности. В других секциях также много места для различных вещей. Здесь есть разделитель на две секции поменьше. Сбоку вы можете разместить длинные вещи, а также подсаку. Здесь, как вы можете видеть, переносной тент. Его форма намного острее, чем в старой модели, но внутри много места. И если заглянуть внутрь, здесь можно открыть окно, и воздух будет проходить через палатку. Для одного. Здесь будет максимально комфортно для одного человека. Так как углы палатки ровные, вы можете расположить раскладушку вплотную к стенкам и использовать пространство максимально эффективно. В обычных палатках полукруг и возле раскладушки гуляет много места, и оно не используется. Здесь же ровная стена, и мы используем все пространство. Еще из новых продуктов у нас есть карповый мат. Это поменьше версия столика. Здесь вы можете видеть новый карповый мат. Вы можете накрыть карпа сверху. Также вот эта сторона открывается. Когда вы закончили работу, вы можете поместить их вместе. И это очень легко переносить. Также, когда вы ложите здесь полно воды, и она отлично стекает вниз. Для примера, вы ложите карпа внутрь, накрываете, переносите к воде, открываете боковую стенку и просто выпускаете его. Очень легко и безопасно. Доброго дня, мене звати Тарас. Ви вже маєте гарний досвід і дуже добре розбираєтесь в його асортименті. Підскажіть, які позиції користуються найбільшим попитом на території Угорщини? Він говорить, що найкраще, це, звісно, буйли. Буйли в серії, яку він назвав. Це іменно... Ракушки бойли, которые они делают эту серию, она самая популярная и самая большая по продаже. А какие новинки компания пропонует в наступном году, в 2019? Сейчас у Симура было 4 разные линии бойлов. Сейчас оно все остановилось. Это очень большой секрет, потому что на конце 2019 года появляется новая, совершенно новая бойла Симур. Самая большая семья бойлов будет новая сейчас. Кроме бойлов, у нас очень разные тоже есть новые продукты. В основном все новинки это различные муки для создательства бойлов, различные амортизаторы. Все это новое тоже сейчас появились на рынке уже. Очень новые поп-апы. Якщо вони в них є, то можливо він покаже. Хамек вонить пара, це теж як мутатні низякник. ЖЛМ екстракт. Баночка ЖЛМ. Це очень перечний вінгер, який треба приманку. Дуже інтенсивний, може понюхати. Це спеція чи різо екстракт.
Така баночка на території Угорщини коштує 550 гривень. Язик топивий обораток, не? Я думаю, треба чорізо пробувати на смак. Так відчувається гострий перець. В этом году вышли мы с этими тоже плавающими бойлерами. Это маленький дим. Вы было только другого цвета белого, сейчас у нас есть и оранжевый цвет с этого вкуса. Это тоже новинка 2019 года. Плавающие бойлеры. Размер 13-14 мм, помаранчевый колер, смак NS1. 35 штучок в баночці і такі маленькі пакетик з діпом одноразово. У нас в Україні найбільшим попитом пользуються ось такі всі рідини. Підстім XP. Україна була леке, но не все рішення гетанаміч, бо легко не без яких пейді клочолок. Робін Рейд, Мінаміно. А з попапів найбільшим... Я не заказав мій легкий серіал. А з попапів найбільшим попитом користується міні-байтс 8 мм. Великий серіал, бо міні-байтс це мінодяну мейтримо. Міні-байтс це зазір, мерт натурі зашитішу, і шпар би для тих зашитані, бар мені нормально. Я розумію, чому? Тому що 8 мм плавучі боли, вони натуральні, і тому можна любого ароматизатора додати, і вони працюють. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже цікаво було з вами поговорити. Зараз ми по всій цій викладці пройдемо, та я розповім, що скільки коштує на території Угорщини, тому що, я думаю, багатьом рибалкам буде цікаво порівняти нашу ціну в Україні і ціну, яка є тут. Дивіться, Bait Booster Response Spice коштує тут 360 гривень. Response Fish коштує таку ж саму ціну. Ось цей кремовий смак Response, зараз я покажу його вам, 360 гривень коштує. Дуже цікава добавка для зернових з солодким ароматом. Конопляне масло коштує 330 гривень, масло чілі 450. Salmon Oil має доволі низьку ціну, 270 гривень за таку баночку. Смоки Salmon Oil, це трошки інше масло, коштує трошки дорожче, 340 гривень. Масло тунця 370. Траут, це лосось з халібутом, 270. Корн Ком Світ Сироп, це, ну, я ніколи не досліджував цю добавку, 320 гривень, бачите. Густий-густий сироп. Можливо, для виготовлення бойлів самостійних. Чесно, не знаю, не буду казати, тому що не досліджував. Red Pepper екстракт 550. Robin Red коштує 550. L30 тунець коштує 650. Мінаміно майже 1000 гривень. Ліквід Білочану 550. Ход Чорізо я вже казав. Ліквід Ліверу 550. Ліквід Bait Презерватив – це консервант для виготовлення бойлів 500 мл, 360 гривень. Ліквід тунця – 550. Келп – це ліквід з морських водорослей – 360. Ліквід лосося – 550. Це нова рідина. Ліквід світкорн – це ліквід кукурудзи в жовтому кольорі. Непогана річ, дуже непогана. 460 гривень. Солодкий смак такий цікавий. Ліквід бетаїну 550. Салмон аміно теж 550. Це гліцерин. Кріль аміно 550. Та ж сама ціна. Підстім XP. Дуже популярна у нас добавка і багато спортсменів використовує. 600 гривень така баночка. Ліквід кальмару 640. Roasted Nut Extract – непогана річ для зернових, можна використовувати 550. Ліквід мотеля – 550. Ну і ліквід GLM – теж 550. Думаю, вам буде досталь порівняння цих рідин з нашими, тому ми підемо далі до компанії Tracker і ознайомимося з новинками цієї компанії на наступний рік.
ми продовжимо своє перебування на стенді Trekker. Чудові шапки, капелюхи, окуляри, різні дрібниці. Такий чайник на території Угорщини від Trekker коштує 870 гривень. Трошки менший чайник – 830. Окуляри, ось ці окуляри коштують, в яких я був, біля 1000 гривень. My name Taras. Where are you from? From Ukraine. From Ukraine. Да, we represent Ukrainian fishing and hunting TV trophy and make film in Pontyshov. Розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь компанією Trekker на території Угорщини? З 2011 року ми займаємося маркою Trekker, да? Наша компанія самий крупний представник Trekker в Європі. По вашому стенду це видно. Добре, тоді розкажіть трошки про цей рік, що можливо в цьому році вже з'явилось нового, що тому що нашим рибалкам буде дуже цікаво подивитись на якісь новинки. Це система для так. Нагую так озвучую, то есть так. Ось так виглядає система. Це самі нові наші розробки були, які ви побудували повністю для кухні на рибалці. Nagyon jó minőségű teflon rétegnek köszönhetően nagyon könnyen. Nova szervezmény a szisztéma teflona, ktoré nové je už generácia teflona, ktorú nebárajú. Megjelentek a abszemüvegek. Наши новые появились в 2018 различного с линзами, различными моделей очков Trekker. Система коштує 1700 з чимось гривень на наші гроші. Це чайник, кастрюля і сковородка маленька. Все це пакується от в таку маленьку ємкість і дуже добре підходить для використання. Temp Test Broly System, маленький шелтер. Ми вчимо це почему дорого, це новий від металу, який ви бачите, там це нержавійка. Тобто нержавіє, не ламається. Да, і второе, я говорю, що Aquatex матеріал, совершенно, який повністю не пропускає воду. Круто. Сідайте. Üljön le nyugodtan vele, és akkor beszél. Megújult a... Будьте як вдома. Új Levelight szériával, Levelight családban megjelentek a székek. Это у нас есть серия, это маленьких стульчиков, легкого облегченного варианта. Szépen összehajthatóak, tárolás szempontjából össze is lehet őket csatolni. Они занимают малое место в маленьких машинах, можно перевозить. И очень легкие. То есть легко их складывать полностью все. Все, стілець зібраний. Комфортне крісло, маленьке, мале місце. Не більше 3 кілограм, але дивіться, тут сплошний метал, ніякої пластику і дуже гарна якість. Ну, шар топок і вузлато. І це може піднімати, витаскувати на розрізну глибину. А це трошки більший стілець без підлокотників. М'яка ось система. Дуже зручно. Так. Цей стілець коштує 3700 гривень на наші гроші, а великий стілець... Мені Харвін Цезар. Великий 4400 на наші гроші. А можливо щось ще розповісте про одяг, що нового з'явилось? В этом году мы вышли с новыми, пропускают воздух внутрь, но изнутри не пропускает, и очень не потеешь, и очень хорошо лежит на теле, и не мерзнет человек. И коштує він на території Угорщини 1700 гривень цей костюм з верху і кальсонів знизу. И сейчас идет еще одна новинка есть. Это более теплая одежда. Это можно и так готовить, так одеваться, и можно в спальник ложиться в нем. Цікаво. Мікрофліс. Теж на дотик дуже гарний товстий матеріал, що буде тримати температуру. Капюшон відстегується. Можна зняти його. І коштує теж таку ж саму ціну – 1700 гривень. Цікаво, дуже цікаво. Дякуємо вам за презентацію. Не будемо відволікати. Гарної виставки і гарних вам рибалок. Thank you.
Нам пощастило поспілкуватись з засновником компанії «Штек», якому я задав своє перше питання про те, в якому році була заснована компанія та з чого почалась її історія. У 2008 году я начал заниматься бойлами фирмы «Штек». Тогда как раз в 2008 году был большой кризис в Европе. И с 2008 года кризиса мы начали постепенно забирать рынок. И выросли в одну из самых крупных компаний в Венгрии по производству бойлов. А «Штек» не только своя термика дядя. Мы не только делаем на своем заводе в Саскаламбате свои бойлы, не только. Hanem több európai gyártónak is. И у нас есть договор с крупными компаниями мира, которые мы делаем на своем заводе в Венгрии, да, бойлы для них. Очень jól vagyunk. Поэтому, к счастью, мы сейчас хорошо стоим на ногах. Köszönöm a választ. Які продукти ви можете виділити найбільш популярні і найбільш відповідальні? Мікроменізм, тому що Тюртенем бенеш єлен легі піацан ліве бойлікрок. Ми колег йоб легнепсерюбе, кім є форгалом. A legnépszerűbb íz az az ananász. Úgyhogy számai главный у нас продукт ананасовые бойлы. A balsam az N-abucitacit. Масляная кислота и такой. A banán. Banány. Így van, a banán. És hát onnan csokoláte. Igen, és csokoládom. És csokoládné бойлы. А що ви маєте для флетфідера? А що ви, мі чинаєте флетфідере? Коргасатра д'яртаток, ви чок бойлішокнок д'яртаток? Не, мінь до кіт одонок д'яртук, мінь до фідерешток, мінь до бойлішокнок. У нас є палета і для фідера, і для бойлер, для фарфішинга, то є у нас для фідера всі ці мікробойли. А мікроштейк продукт алакут, акур інда бойлішок, може ма фідерешок тейле? Ми начали ми столько з бойлами, сколько по фарфішингу, а потім ми перейшли і на фідер. То є зараз ми ділаємо для фідера, якщо на стенді ви видите, для фідера там далі. Mert a féderezés, vagy hogy mondjam, manapság Magyarországon nincs ideje az embereknek horgászni. Говорит, в большинстве венгрии очень занято на работе, довольно сложная жизнь, и поэтому нет времени, чтобы хорошо много ловить рыбу, и нет времени для ловли. És a féder gyorsan lehet. А для федера сразу очень больше результат, чтобы рыба клюет быстрее, чем на бойле. És a halak nagysága nem sokkal тере a бойле is horgászni. И по размерам эти рыбы, то есть сегодняшние федеристы ловят и крупных карпов, поэтому на федер. Поэтому, говорит, мы пришли на федер, то, что надо заниматься. В Украине это очень популярный вид лову, очень популярный стиль лову. У нас есть партнер в Украине, и мы продаем наши бойлы уже в Украине через нашего партнера. Хотите, как это цели? Я не знаю, как зовут этот партнер, там я директор занимается продажей бойлов в Украине, но у нас есть свой дилер. Киша Биромуму. Я даже не могу сказать по-украински, как называется компания. Скажите, ароматизаторы для всех этих приманок вы вырабатываете сами, або вы используете какие-то покупничьи? Арома комитхосная, так. Вот видишь, что я фейлестый, что вы машок дяртат арома комитхосная. Нет, это кичит варьяво варьяво. Мондюк, вон эти алап, да оза кичит беревонюк. Мы всегда покупаем знаменитые аромы крупных производителей, но всегда добавляем свою изюминку. В каждую арому мы ее изменяем. Шокфальт арома летазик. Феновами. Пропилен гликорош. Пропилен гликюль, используем аромы. Маневанами алкоголош. Есть, которые алкогольным наполнением. Лицаринеш. Лицаринеш. Еще ведь миндагик арома машкей подолик. Еще ведь машкей петли. И эти все ароматы по-другому, по-разному работают в разных водоемах и разных. Поэтому я использую. А подскажите базовые сумеши для выработства плавающих бойлер, попапьев. Где же вы используете свои? Говорит, 50% мы закупаем из других стран и 50% своих використовуем. Ugye, nagyon sok minden múlik a csalin. Очень много зависит от вида приманки и качества приманки. Ugye, csalin nagyon fontos az. Ugye a csali megfelelően oldódjon, megfelelően adja ki magából az aromát és az anyagokat. És a másik nagyon fontos, a csalinak a mechanizmusa. Ugye van olyan csali, ami lebeg. У нас есть эти поп-аповские, которые плавают. Van olyan csali, ami csak a tüskét emeli föl. Есть у нас специальные, которые только поднимается только конец. Вафтерс. Вафтерс. Тоже у нас мы это производим. И вафтерс. Вы видели вафтерс, поднимает только немножко крючок. Крючок лежится на низу. A csali viszont fönn marad.
a sama nacsinka plávaj. Ezáltal a szerelék, vagyis a csalinál a horog szinte teljesen kikönnyített. Igen, поэтому очень, ну, легкий крючок получается вот. Viszont van, amikor ez zavaró lehet. Ну бывают такие моменты, когда именно это не здорово. És ilyen képbe az, hogy a csali meg sem mozduljon, hanem az etetőanyag tetején maradjon. Сейчас мы покажем другое. У нас есть тоже такие специальные бойлы, которые по-другому себя ведут, тоже для фидеристов. És ugye itt van az, amikor ugye süllyed. И смотри, видишь, он тоже опускается. De még... Говорит, что он, рыба не видит после этого, когда она опускается. Все, но не, Pacsinak, itt van az a horda, amiben horog. Vagyis a horog. És ugye itt a pop-up. Видишь, смотри, вот pop-up, как обычно ведет себя. Это там. Поднимает и крючок, и все плавает. Szóval ez a három ugye a lényeg, hogy az egyik ilyen, a másik olyan harmadik. Все три димензии получает. То есть можешь сам внизу лежит, можно немножко приподнять и может плавающее. То есть все три типа известных бойлов структуры мы производим в разных начинках. Nagyon fontos, очень важно, hogy a horgászoknak olyan csalit adjunk a kezébe. Мы хочу своим покупателям, своим рыболовам дать такие наживки, ami minden helyzetre megoldást kínál arról, который дает ему результат при любых видах в ловле и условиях ловли. Mert a horgászok ezt várják el tőle. Потому что для нашей рыболовы всегда хотят от меня получить результат, чтобы у меня было всегда вся палета того, чтобы при каких, как и как ведут себя наши птицы. И спитайте, у компании Штек есть маленький гранулы пелец для флету. Флет фидер, это же спасная такого ламик, киш гранулом от чиная так. Igen. Пелет фидер. Több fajta, ez például több fajta kajánk van. Это специально флета мы делаем. Három fajta etetőanyagot használunk. Три основных вида. Ez például пелет örlemények sokasága. Это говорит пелета, дробленый пелет. Igen. Видите, он продается такой упаковке. Van egy ilyen zöld kajánk, ez egy nagyon erős májas. Это вот тоже. Májas. Это печень. Печень. Миш тоже такой, это тоже для фидеристов, для флет-фидеристов особенно. És ez meg ugyanez a kaja, ez a pelletőrleményes, csak hozzá van rakva krillis, de eredeti krillis. Потом это самое крилл, зрачками крилля. То есть, видишь, такая тоже. Ennek a jelentősége az, hogy az illatanyagon kívül tud liftezik a kaja. Чтобы он лифт был, да, процесс лифта. А какие гранулы они имеют? Maga a mikropelletet van, vagy csak törlemény van? Van, csak most az egyelőre nem kapható. Мы тоже производим, но мы есть у нас производство, мы сейчас их просто не привезли, потому что сейчас вот это больше у нас. Ez a három fajta metód mix inkább a hidegebb vizek. Это как раз те методы миксы для холодных, то, что он представил, для холодного ловли, для холодного вида воды сейчас. Így van. A smoke spray, az, várja, ne úgy, ne úgy. Van papíruk? Persze, már is. Сейчас он покажет, как надо. És csak ide. Garlic. Да, чёрт, да. Да, гарный смак. Уже. Си-микчер. Тоже ещё один вид си-микчер. Как вчера в ресторане. Чё? Пайнапл. И ананас, то, что его любимое. Ja nem, ez mango. Ó, oh, mango, mango, mango. Mango. Ah, гарні смаки мають, дуже гарні смаки. Мен? Які смаки? Дуже гарні смаки. Gratulál, mert nagyon finom, és nagyon lesz minősége, mert egyből én is italok, és érdem. Igen, tiszta illat. Mi nekünk ugye... Mi nekünk ugye ennek a lényege az, hogy nem szabad pancsolni. Van itt elég cég, aki pancsol, ennek az a lényeg, hogy minőségi termékeket adjunk, hiszen ezt a hal is meghálálja. Поэтому у меня всегда была качественная политика, поэтому я сейчас один из лучших производителей Штега бойлов и пелетов сюда в Венгрии. Спасибо. Штега, церковь, Степан, хоть. Мне кажется, не все.